Привет, Слав, не отвлекаю тебя? Да не, раз трубку поднял, значит не отвлекаешь. Слушай, Слав, у нас тут ребят, блин, я сам себя сейчас слышу. Без наушников. Короче, ребята подняли как бы, ну, проблему такую, что пропал Дымов, да, вернее, ты слышал об этом? Ну, если я правильно понимаю, что это за Дима Димов, я с ним, по-моему, вроде общался. Это адвокат он или кто, чей? Ну, не знаю, насчет адвоката, у него был канал, он там против власти пер. Ну, короче, как-то мне в скайп позвонил человек. Я просто, когда под роликами прочитал Дима Димов, я по голосу узнал своего собеседника. Сейчас я тебе скину этот ролик. Дискорд, да, он с властью боролся. Так а шо? Ну, он живет в лесу. Может, что-то у него там сколько? 8 детей. Если мы, правда, про одного и того же человека говорим. Ну, не знаю, если хочешь, давай я тебе скину ссылочку на его Да канал. я уже посмотрел, я же там же ролик послушал. Вроде в роликах такой же голос, как и со мной по, ну да, по скайпу беседовал, то есть в этом ролике. Наверное, о том же человеке. Ну и видишь, если я не могу, вроде у меня слух неплохой, но определить, так как со мной беседа была, не знаю, может ты послушаешь, Крамуха. Ну да, это я уже заходил. Ну да, два варианта, либо в лес интернет закончился, либо просто хочет таким способом себе внимание привлечь. И, ну, если что-то серьезное, я буду удивлен, конечно, что я ошибся. Ну, смотри, у него месяц уже видосы не выходят, да. И смысл в том, что его постоянно же закрывали, вот эти каналы. Потом он говорил, что ему там кто-то угрожал из структур, да. Есть вариант дать такое, как бы, ну, объявление, что, ребят, если кто знает, а что сейчас происходит с Димой Димовым вообще, где он, ну, мол, пишите под любыми там каналами альтернативными. Хотя бы. Не надо на всю катушку, как говорится, раскрывать, что к чему, потому что мы не знаем, ты сам знаешь, что с Харченко было, да, вот, который в Краснодаре, он там людей пообманывал. Я вот за своего человека это переживаю тоже, все не выходит из головы. Вот казалось бы, вот в чем вот важность это светить лицо и выходить под собственными именем и фамилией. А теперь куда мне выходить на ролик? Пропался ведущий Котлярову ФМ. Как выглядит, фиг его знает. Как зовут, фиг его знает. Посадили на 5 лет. Не знаю за что. Ну вот. Я вот мне совесть, ну не совесть, здесь не совесть мучает, а мучает, что я без хотя бы ролик бы отснять бы, хотя бы, ну мало ли, всякая жизнь не бывает, ну может быть чем-нибудь мой ролик бы помог бы. А так у меня вообще никаких координат, и узнал я через год, что он сидит. А сидит за то, что, короче, это там его жена, когда второй раз рожала, и медики какую-то гадость, ну ты как бы в курсе, что они там делают в больницах, и он не захотел. Короче, воспротивился. Там с нее кучу литров крови выкачали. Что-то еще хотели. Не он. Ну, я, как бы. И то, как бы вроде поезд не ушел, мало ли. Это, ну, опять же, знаешь, Олег Евгеньевич, вот и все. Вот так вот. Мы с ним И не. все, да. И все. Ну да, мы тоже не знаем, какова имя, фамилия на самом деле у Димы Димова. Ну, А вот как тоже, бы так. кстати, и как он выглядит, никто не знает, да? И как он выглядит, А, никто не ну. знает. Вот как-то так. Серьезные вещи, ну, ты тоже серьезные вещи со своим лицом, я серьезные вещи. Только со своим лицом надо озвучивать. Ну да, по крайней мере, чтобы знать человека в Даже лицо. Ну. просто по интернету фотография там с каким-нибудь, знали бы Дима Димов, как выглядит, просто бы раскидывали это, что известно про человека. А так что писать? Блогер Дима Димова, все будут ржать. Дима Дим, клоун, Тим и Бом.
Ну, отношения-то у людей, конечно, разные. И вообще, по-хорошему, нам надо как бы хотя бы малое воссоединение сделать друг с другом. Ну, как бы знать координаты, допустим, номера телефонов жен или родственников. Потому что неизвестно на самом деле. Если человек соврал, это одно. А если действительно какие-то репрессии со стороны власти происходят. И опять, это называется сейчас, допустим, вот власти запугивали, и вот власти создают репрессии. А если это неправда? Это же клевета. У нас в стране за это статьи идут. А это уже нехорошо, не есть гуд. И получается, что вот из-за какого-то, допустим, если человек обманул, вот из-за этого обмана другие люди реально пострадают. Это тоже неправильно. Я зашел на его канал, пытаюсь какие-то координаты. Лох ТВ. Ну понятно, вот зайдет человек, это Дима пропал. А как его канал называется? Лох ТВ и дуля на весь экран. Ну да. Что же он это? Это не поможет. Он. Ладно. Да. Да. Оно как бы не... Неизвестно, я опять же говорю, тут поэтому надо как-то действительно иметь координаты друг друга и решать именно таким вопросом, то есть вот узнавать друг от друга. Все нормально, все ли там это самое. Потому что, сам знаешь, целая куча и фейковых есть. Ну, людей, которые сами о себе делают фейки, дабы там подняться как-то в глазах других. Ну, или дать какие-то плюсы своему каналу. И получается, что на этом фоне, если есть реальные события, они как раз замазываются именно ложью других. Но в любом случае, я не знаю, если кто знает, пускай, наверное, пишут, да, хотя бы кто что знает. Вообще, Дима Димов, реальное имя, фамилия. Но я явно, что Димов это, наверное, псевдоним. Как-то так. Так что. Ладно, Слав, если что, хотя бы озвучь. Ну, скажи, ребят, Не, если кто ну что знает я о судьбе. озвучу. Я вот, допустим, сегодня посерьезнее выпустил ролик, чем бадание с какими-то властями. Был бы рад, если бы ты нашел минут на него 20. Это необычный ролик. На каком канале? На главном Да, или на на этом? главном называется «Запретными тропами из Америки в Казахстан». То есть уже потихоньку переходим от теории к практике. И может ты послушаешь, может дашь какой-то отдельный совет, потому что начинаем становиться на серьезную тропу. Называется видео подтверждение. И что будет дальше, ну, одним богам только известно. Понятно, ну, нашел. Сейчас посмотрю. Да. Ну, в общем, хорошо, попробую по мере своих сил распостить наш разговор. Пропал Дима Димов. Это мне напоминает старый советский фильм, когда на лодочную станцию устраивается мужичок, и начальник станции возмущен. Говорит, что ты мне номера постирал, нарисовал свиненка, лягушонка, котенка. Говорит, ну так же ж красиво. Говорит, ну как красиво, а когда лодку украдут, я в милицию что буду писать? Пропал свиненок, ищите поросенка, блин. Ну да. Ну да, Да, вот. это тоже как бы... Ну, вроде бы люди пытаются как бы обезопасить себя, да? Да наоборот. Но теперь с другой стороны у меня тоже вопросы возникают. Если человек под псевдонимом, ну, псевдонимом, да? Как власти могут его найти? Ну, допустим, ладно, найти можно по IP. Ну и тоже вопросы. Выкидывать видео можно с разных IP. Ну да, ну слухани музыкальным своим ухом, с кем я беседовал, и сравни с Димой Димовой. По-моему, один и тот же голос. Давай, ты мне сейчас тут прокрутишь или у Тебе, тебя да. А на эфире? эти, не, ну я тебе ссылку скинул, может ты как бы вот на ролик выше твоей ссылки. Как он там, я еще так еще дуристично назвал, блин, ни к селу, ни к городу, для захвата внимания, напугал свою аудиторию, экстренно, пятница 13-е, Да. а хотя так, простые разговоры. Ну, сейчас послушаю. Может быть и он, может быть и не он. Ладно, хорошо, спасибо, Слав.
Всех благ тебе. Да, звоните, приглашайте на ваши славные стримы, благодарю. Ну, я думаю, на субботу будет стрим какой-нибудь. Пообщаемся. Вечерком заходи. Хорошо, спасибо. Давай, пока. Пока-пока.